Всем привет, я Леша, сильные новости, рубрика «Короче», поехали. Один среди стада телочек. В Витебской области к стаду коров примкнул зубр. И теперь он звезда соцсетей. Необычного гостя заприметили местные пастухи. Они говорят, что лесной богатырь ведет себя вполне спокойно. Буренок не обижает, но людям к нему лучше близко не подходить. В этом лично убедился автор этого видео. Кстати, с ним все в порядке. Но вот только гостить гостю в такой компании придется недолго. Телочки вскоре отправятся на ферму, но нашему герою придется вернуться обратно в лес. Российские синоптики рассказали, какой будет зима в Беларуси. Короче, пока холодов ждать не стоит. Устойчивый снег на территории нашей страны появится в конце ноября или в начале декабря. Что касается температуры, то она будет в пределах нормы. Но, правда, возможны заморозки до минус 25. В Гомеле кто-то поджег сразу 4 автомобиля. Это произошло вчера поздним вечером в Новобелецком районе. Машины находились в разных дворах, но недалеко друг от друга. К счастью, обошлось без пострадавших. Но и на этом еще не все. Там же, в Белице, вчера прямо на ходу загорелась еще одна машина. Она сгорела дотла. И в этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших.